Как подчеркнул губернатор Андрей Шевелев, решение этой проблемы требует точного и взвешенного подхода. Навести порядок в сфере поможет усиление проверок, ликвидация очагов стихийного предпринимательства. Однако, отметил глава региона, одних запретительных мер недостаточно. Закрывая уличные торговые точки, мы должны быть готовы обеспечить людям альтернативу. Недорогие торговые центры, крытые рынки, безопасные в санитарном и противопожарном отношении. Эта логика в полной мере касается организации ярмарочной торговли областного центра. Город нельзя оставлять без рынков. При этом концентрировать все ряды на базе центрального рынка – это тоже не выход. По информации руководителя регионального управления Роспотребнадзора Виталия Синоды, о наличии проблемы в данной сфере свидетельствуют многочисленные обращения граждан ведомства. Среди основных нарушений – отсутствие условий для хранения и реализации продукции, несоблюдение санитарных норм. Наше управление предлагает следующее – провести анализ размещения торговых объектов на потребительском рынке. На основании этого анализа сформировать планы размещения объектов мелкорочной сети нестационарных торговых объектов, сформировать реестр мелкорочных торговых объектов, осуществляющих деятельность на территории Тверской области, и, соответственно, сформировать второй реестр тех объектов, которые не вошли, так сказать, вот в этот план и которые, по сути дела, так сказать, считаются незаконно размещенными. Особое внимание правоохранители уделяют не только борьбе с несанкционированной торговлей продуктами питания, но и с реализацией контрафактной продукции, а также с торговлей на территориях, прилегающих к трассам. При выявлении нарушений соответствующие требования об устранении направляются главам территорий.